В эфире программа «Я за рулем», с вами я, Скоробогатова Юлия. Музыка для меня – это не только приятное времяпрепровождение, музыка – это часть моей жизни. Думаю, истоки начинают от маминых колыбельных, потом исполнение детской мечты и 10 счастливых лет диджейства. 24/7 именно столько музыка звучала в наушниках. Сейчас любовь продолжает жить, но немножко в другом исполнении, уже за рулем автомобиля. Подпеваю, наслаждаюсь ритмами, уверена, у вас есть своя история любви к нотам. Поэтому поговорим сегодня именно о музыке за рулем. Какую музыку стоит слушать, какую лучше выключить. Об этом и не только. Неважно, водите ли вы сами или у вас есть друзья, которые проводят за рулем много времени. То, о чем будем говорить сегодня, напрямую влияет на вашу безопасность и безопасность окружающих. Итак, психологи провели эксперимент, в котором изучили действие музыки на мозг водителя, а следовательно и на его поведение за рулем и стиль вождения. Эксперимент длиною 800 километров. В роли подопытных кроликов выступили 4 мужчины и 4 женщины. В автомобиле были установлены датчики, которые отслеживали изменения скорости, ускорения, торможения и другие признаки, по которым можно отследить поведение на дороге. Первые 400 километров испытуемые проехали, слушая лишь шум дороги и ветра за окном, то есть с выключенной музыкой. Следующие 400 километров они слушали предложенную музыку. Следующие 400 километров они слушали предложенную музыку. Самое агрессивное вождение показали женщины, когда слушали за рулем хип-хоп. Было отмечено, что они нажимали на газ сильнее и тормозили в последнюю секунду. Среди мужчин агрессивнее других на дороге вел себя испытуемый, который слушал тяжелый рок за рулем. Громкая энергичная музыка подталкивала его на повышение скорости. Классическая музыка, которую считают полезной для вождения, оказалась вредной. Она очень сильно успокаивает и расслабляет, замедляет реакцию. А водителям надо быть в тонусе. Объяснение психологов оказалось простое. Будоражащая музыка способствует возбуждению нервной системы, и, следовательно, человек начинает вести себя более агрессивно за рулем, создает аварийные ситуации и больше рискует. К тому же музыка с быстрым темпом способствует переключению внимания человека с дороги на слушание самой музыки. Полезной и безопасной музыкой за рулем была признана та, ритм которой совпадает с ритмом биения сердца человека в нормальном состоянии. Это в среднем 60-80 ударов в минуту. Узнаем у бичан, что же слушают они за рулем. А нету музыки. А без музыки не скучно ездить? Скучно. Ну а вообще, какой бы вы хотели музыку в машине слушать? Шансон. Ну иногда классическую тоже слушаю. Ну шансон. Раги, баджаны, кавали. Индийская классическая музыка, то есть. Инструментальную, бардов, и, ну, ну и все. А поете? Ну, про себя иногда пою, конечно. Радио Европа Плюс, там, радио Дача. Самые любимые песни? Самые любимые дальнобойные. Музыку классическую. Поете под нее? Ну, не пою, но бывает, и напеваю. Что играет, то и слушаю, как бы. Не знаю, что-нибудь веселое. Многим водителям, особенно новичкам, нередко хочется за рулем петь или вести приятные беседы. Ученые выяснили, что желание петь может возникать подсознательно, целью получить пользу для психического и физиологического здоровья. Представители науки в области психологии сделали заключение, что у водителей во время пения за рулем улучшается самочувствие и здоровье. Прослушивание музыки способствует повышению антител в организме, а значит, состояние иммунитета улучшается. Также петь в машине полезно для психики. Ученые считают, что таким способом можно улучшить состояние после депрессии и стресса. Если петь вместе с пассажиром, то произойдет улучшение социальной связи. Прислушиваясь к мелодии, люди отвлекаются от неприятных мыслей и переключаются на позитив.
Во время пения в авто повышается количество гормона радости, как при объятиях с любимым человеком. По мнению психолога, приятная музыка способствует выработке окситоцина. Его еще называют гормоном любви. Данный химический компонент вызывает чувство расслабления и умиротворения. Также происходит выработка серотонина, который снижает чувство тревожности. Как известно, глубокие вдохи способствуют снятию стресса. Во время пения они становятся глубже по сравнению с обычным диалогом, в результате чего уменьшается эмоциональное напряжение из-за стресса. Пение за рулем не только улучшает психологическое и физиологическое здоровье, но и помогает не заснуть водителю во время длительной поездки и приятно провести время. Однако не надо терять концентрацию во время пения за рулем и обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Для любителей программы «Я за рулем» сегодня сюрприз. В гостях у нас Вячеслав Сухарев, участник проекта «Поющий город». И сегодня Вячеслава ждет блиц-опрос автомобильный. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Готовы? Готов. Для вас 10 вопросов и ровно минута для того, чтобы быстро и, возможно, интересно и с удовольствием на них ответить. Итак, поехали. Самый главный знак дорожного движения. Пешеходный переход. Дорогу, по которой едете, перебежала черная кошка. Ваши действия. Еду дальше. Какие водители ведут себя наглее всего на дороге? На больших машинах. Лучшая марка автомобиля, на ваш взгляд? Это Toyota. Песня, которую без сомнения включите на полную громкость. Есть только миг. Бесполезный аксессуар в машине. Игрушки на лобовом стекле. Первая мысль, когда вас остановил сотрудник ДПС? Предъявить документы. Меня раздражает, когда в машине... Грязно. Путешествую за рулем на дальние расстояния, я люблю... С компанией. Лучший подарок для водителя авто. Это полный бак бензина. Здорово. Ну вот теперь уложились мы с вами за 51 секунду, справились с заданием, отличные ответы на вот такие наши подготовленные вопросы. Спасибо огромное. И, Вячеслав, ваше пожелание нашим автомобилистам? Ну, автомобилистам пожелаю это здоровья и удачи на дорогах. Спасибо вам огромное. Вам удачи и победы в проекте «Поющий город». Спасибо вам. У вас стройка? Ремонт? «Строймир» – огромный выбор строительных материалов, гипсокартон, ДВП, ДСП, ОСП, сухие смеси и многое другое. «Строймир» – все для строительства и ремонта. Яминская, 40, телефон 255-007. Реклама в Бийске. Бийская медиагруппа. Телефон 31-31-15. Производство, размещение. Ювелирный дом «Золото России» объявляет распродажу коллекций прошлых сезонов со скидкой 50%. Ювелирный дом «Золото России». Улица Васильева, 46. И все-таки музыка – это что-то невероятно классное и позитивное. Многие водители не представляют дорогу без нее. Поэтому выбираем любимые хиты и в путь. Главное, помним, что музыка должна совпадать с биением нашего сердца. Смотрите программу «Я за рулем» каждую пятницу.